Добрый вечер, дорогие партнеры и уважаемые гости. Меня зовут Байсарова Люция. Я по профессии врач-офтальмолог. В настоящее время занимаюсь нетрадиционной медициной, компьютерной диагностикой, нутрициологией и информационной медициной. В сетевой компании я 7 лет. 3 месяца по Аустрипе. Меня пригласила сюда Оля Поварницына в конце августа. Вот, хочу поделиться тоже результатами своими личными и своими партнерами. За 2,5 месяца у нас набралось очень много результатов. Доктор Насукин говорит, этот запатентованный технологически нанопродукт создан с целью активизировать все клетки человеческого тела энергией и снять боли. Вот я хочу сказать на своем результате, о своем результате после первого применения пластин. Я ждала их очень долго, целый месяц. И до того, как не применяла, до того, как пластинки ко мне пришли. И в тот же вечер я получила посылку, наклеила себе пояснично-крестцовый отдел и на себе шейный позвонок. Ночью проснулась от страшной боли в грудном отделе. Пришлось разбудить мужа, и он мне переклеил именно на то место, где у меня болело. Через 15 минут я успокоилась, уснула. Утром проснулась, меня качало от стенки к стенке. И целый день я была в таком состоянии, целый день я спала. Я к тому говорю, что могут быть обострения. Это я точно, у меня было очень сильнейшее обострение. Через день, вы знаете, вы даже не представляете, сколько во мне было энергии. Я столько работы переделала, я не могла остановиться, как электровеник. Вот вам, пожалуйста, энергия. В настоящее время эта энергия у меня спокойная, у меня таких вздрызгов уже нет. Сил много, работать хочется с утра до вечера. Мне еще что нравится, очень-очень легко ложится информация. Не надо перечитывать, я вот услышала, не надо перечитывать несколько раз. Это просто удивительно, вот для моего возраста, у меня уже возраст очень такой хороший. Вот сейчас я расскажу о нескольких результатах, потому что Люба очень много рассказала, я думаю, в общем-то, все одно и то же, повторяться не стоит. У меня супруг занимается лечением позвоночника и суставов. И стал применять пластины между лечебными сеансами. Улучшение всегда наступало через короткое время. И сокращались сроки лечения и количество процедур. Вот несколько примеров, и в том числе из его практики. Это вот пациент моего мужа. Пришел с жалобами на боли в коленях. В течение 3 лет пытался лечить, но безуспешно. Через 2 недели, как стал применять пластины, боли исчезли полностью. Повторный осмотр был через месяц. Диски на месте, жалоб нет. Она в кабинете прыгала у него и показывала, что у нее вообще не болят колени. Косточки на пальцах. Заболевание называется хамус вульгус. Очень сильные боли. Молодая женщина не могла носить модельную обувь. Боли прошли. Она наклеивала прямо на проблемную зону. У многих пациентов, которые к нему обращаются с тем, что у них боли, что они не спят, нормализуется сон. Клеили не в область пятки и наружную поверхность голени. И говорят, спим, как младенец. Вот еще результаты моих же партнеров. Деформирующий артроз коленного сустава. Один коленный сустав уже прооперирован, но боли остались, его все время беспокоит.
На втором краю уста предложили снова операцию. Ходила с палочкой. Когда она познакомилась с Ириной, та ей порекомендовала пластины. Клей стали вокруг сустава. Встретила ее через несколько дней на улице, без палочки. И бежит навстречу. И расспрашивает, почему вы бежите? Она говорит, что специально хотела похвастаться результатом. А вот на закуску я расскажу вам прекрасный, ошеломляющий свой результат моей пациентки. Даме далеко за 60. 3 года тому назад ей поставили диагноз – эндометриоз. Обычно этот диагноз ставится в 30-45 лет. Это разрастание слизистой матки. Через трубы матки может проникнуть и в брюшную полость, и дальше, и в легкие, и в мозг, пишут. В этом возрасте это редчайший диагноз и очень-очень плохие последствия. Обычно лечение требует хирургического вмешательства. После хирургического вмешательства оно снова растет, и повторные оперативные вмешательства постоянные. Она принимала МОБАДы. Вот, последние 7 месяцев она устала от всего и отказалась от БАДов. Ничего не принимала. Когда появились пластины, мы ей стали клеить. Она наклеивала в область лобка и чуть повыше, и пояснично-крестовый отдел. УЗИ ежегодно ей делали. В этом году, в январе месяце, когда она сделала УЗИ, оказалось, что у нее увеличился рост. Это вообще трагедия была. И вот она у меня сходила на УЗИ позавчера. И что вы думаете? Чистая матка, эндометриоза нет. И миома у нее была небольшая, ее тоже нет. И пишут диагноз без патологии. Я вообще была тоже в шоке. Потому что я вспоминаю, когда Светлана Гавурина рассказывала, что у нее исчез рубец, который 10 лет был. А мы с мужем переглянулись, думали, не может быть такого. И вот, пожалуйста, собственный результат моей пациентки. 2,5 месяца.